Затяжной прыжок. Затяжной прыжок – это последовательность действия, о которой я и Том говорили многие годы. Том будет первым актером, кто совершит этот прыжок с поздним раскрытием на камеру. Затяжной прыжок военные прыгают с 8 километров, раскрывая парашют на 6 сотнях и проникают на местность, будучи незамеченными. В этом и смысл Halo. В прыжке с 8 километров очень много риска. Зритель видит, когда все сделано по-настоящему, когда вы делаете это взаправду. Существует угроза гипоксии, потери сознания, ты начинаешь отключаться, но не осознаешь этого. Нам пришлось разработать специальный шлем, одновременно инвентарь и защита. Первой фразой Halo была постройка ветровой машины, достаточно большой для отработки. Так что мы построили одну из крупнейших установок в мире. Никто и не подозревал, что нам понадобится более сотни прыжков, чтобы заснять необходимый материал. Мы обратились к ВВС, если бы не они, у нас бы ничего не вышло. Мы совершали по 5 прыжков в день еще до полудня. А после до 17. Поверьте, это непросто. Мы снимаем в ночных условиях. Свет должен быть идеальным. У нас было лишь по одной попытке в день. Нужно было снимать настолько близко к закату, насколько возможно, так что на съемку было всего 3 минуты в сутки. Ты не можешь просто сесть в самолет и взлететь. Нам приходилось по 20 минут дышать чистым кислородом перед взлетом, чтобы не схватить декомпрессию. Самолету нужно взобраться на 8 километров. Все освещение из белого становится красным. И тут Том прыгает из самолета на скорости 265 километров в час. Падая со скоростью 320 км в час, ему нужно удерживать себя максимум в метре от камеры, имея под собой 8 км. Риск столкновения в воздухе очень нас беспокоил. В любом кино есть тикающий таймер, но это ничто в сравнении с землей, летящей на тебя. Спасибо. Хорошая работа. Не могу дождаться, когда все это увидят. Все еще не верю, что нам это удалось. Миссия невыполнима. Последствия. В кинотеатрах с 26 июля.